Здравствуйте, дорогие друзья! Я Ольга Елисеева, и в сегодняшнем видео мы поговорим о сыре из скоморца. Что же это за сыр и откуда он у нас появился? Сыр скоморца – это итальянский сыр категории паста филата. Свое название необычное он получил благодаря своей необычной форме, похожей на грушу. В процессе высушивания эту замечательную головку сыра подвешивают за 1/3 сырного тела. И в таком варианте он высыхает. И еще сыр скоморца похож на маленького человечка, который выглядит пузатым. В основном сыр скоморца производят из коровьего молока, но также готовят из козьего, овечьего и буйволиного. Но они встречаются реже. Производят сыр скоморца как в свежем, так и в копченом виде. Скоморца – это полумягкий сыр, текстура которого напоминает моцареллу. Вкус его нежный, сливочный. Сейчас я вам покажу, как он выглядит поближе, и как он режется, и как он выглядит внутри на разрезе. Смотрите, что он достаточно плотный. Это у нас вариант копченого, холодного копчения скоморца. Режется оно достаточно плотненько. В нарезке очень хорошо отрезается. Скоморца, как я уже говорила, из линейки паста филата. Скоморца – это полумягкий сыр, текстура которого напоминает моцареллу. Вкус свежий, разновидности бывают нежный, с ароматом молока, сладковатый. Консистенция этого сыра плотная, корочка бледно-желтая, а цвет тела у него белый. Если мы делаем вариант в копченом виде, как сейчас я вам показываю, то они немножко отличаются. Это будет дымный аромат, текстура более у него компактная, цвет соломенно-коричневый. Линейка сыров паста филата – это уникальные, можно сказать, сыры-фокусники. Вы можете придавать различные варианты формы. Это очень интересно. Немножечко вашей фантазии, и у вас получится. Я вот, к примеру, заплела вот такие вот косички. Делайте покороче, потолще. Это уже как вам нравится. Еще один очень важный момент, в чем, так скажем, по технологии отличается, например, сыр проволоне от сыра скоморцы. Сыр проволоне производится до 1 килограмма, а сыр скоморцы от 200 до 500 грамм. Классическая копченая скоморца вызревает в течение нескольких дней, а сыр проволоне, если он будет в копченом виде, то до 3 месяцев. Также в этой линейке сыр изготавливают качковалом. Это выдержанный сыр, созревание которого длится не менее 1 года. В связи с этим его вкус становится пряным, слегка острым. Дорогие друзья, благодарю за просмотр этого видео. С вами была Ольга Елисеева. Всего вам доброго. До свидания.